بسم الله الرحمن الرحيم. Спасибо. Для Гаяра и Минзифы Ахмедзяновых этот день особенный. Супруги наконец-то получили ключи от новой однокомнатной квартиры благодаря программе переселения из аварийного жилья. Реально. Вот теперь я верю, что это реально. До этого я даже вот как даже не фантазировал. Самое главное, это, в общем-то, для многих это выход из трущобы. Первым делом запустили в квартиру кошку. Теперь здесь будет царить достаток и благополучие, верит Новосела. Кроме Ахмедзяновых, обладателями квартир стали еще 60 семей. Ключи торжественно вручили представители Государственного жилищного фонда и руководства муниципального района. Я думаю, что эти квартиры принесут вам уют, тепло, и вы здесь будете создавать и процветать, и создавать новые семьи. Берегите этот дом, с новосельем вас. В этом году Государственным жилищным фондом по программам уже реализовано и введено в эксплуатацию 119 домов, в Чистополе – 3. Новоселы уверены, что проект доступен и по силам всем желающим распрощаться с аварийным жильем. По силам, нам дети помогать будут, они сказали, дочь сказала это, берите и поможем.